Друзья, всем привет! Мы снова на магазине потерянных посылок. Вот любуюсь на такой классный рюкзачок. Мне кажется, это идеальный для будущих родителей. Я такого еще не видала. Как вы сказали, я в рукавичках. Теперь все. Точнее, в перчатках, сори. Вот это очень популярная игрушка. Мне кажется, она около $15 стоит. Мы, как всегда, набрали уже коробки. Вот, и это. А теперь снимаем вот для вас, что есть в этом магазине. Такие шелестушки, я помню, для группы поддержки. Мне в детстве такие шили из пакетов. Так, коробок, смотрите, немного осталось. Все разобрали. Что здесь? Много новогоднего всякого, как всегда. Это какие-то эти венки, наверное. В общем, надо смотреть. Снова шлемы. Что-то очень такое миленькое в коробочке рождественское. Людей сегодня опять навалом. В общем, конкуренция жестокая. Вон кавер на руль. Розовый с кристалликами. Смотрите, какой бутыль для воды. Какой-то кейс. Вон совочек с двумя венечками. Вот вы говорили, я кидаю в коробке. Я еще не кидаю. Поверьте. Тут что-то красивое. Сказать и стать снова негде. Вот носочки, как у Светы, были в распаковке. Краска для волос. Да, теперь остается найти то, что дороже $15. Ой, 15,5, сори. Я запыхалась. Я пока нашла эти коробки. Они такие тяжеленные. Мы сначала эти коробки ищем, да? А потом уже снимаем для вас. Мы называем это видео шуршалка. Что здесь можно найти? Ой, это, знаете, для собачки обувь. Как интересно. Ой, это солнечная в этот лампа. Красивая такая. Ежедневник, который я называю ежегодником. Вау, а здесь что? Что-то интересное такое. Белкин. Сумочки вот эти на пояс. Для кисточек кейсик. Это для этих, для наушников. Снова краска. В общем, смотрим. Барби сидит здесь одинокая. Смотрите, вот этот бин, он был полностью полный. Мы в магазине 40 минут. За 40 минут уже вынесли пол магазина. Фильтр для аквариума. Хочется же что-то интересное для вас показать. Смотрите, это набор из пластика. Для какого-то праздника. Очень красивые вилочки. Всякие, как всегда, детского всего много. Все, коробок не осталось, все вынесли. Это наборчик. Интересно, что это. Магнитики детские. Я, между прочим, здесь несколько раз уже подхватывала инфекцию разную. Потому что здесь, как вы видите, дистанцию никто не соблюдает. И очень много людей на одной площади. Но мы... Что это у нас для душа? Такая вот подставка. Мелочки.
Ну, за 5 долларов мелочки, конечно, не то, чтобы хотелось взять. Это какая-то интересная такая тяжелая коробка. Интересно, что это? Так, смотрим дальше. Что-то тут все в коробках такое. Какие-то эти маски, что ли. Красивый свитерок. Этот, на дверь. Hello. Смотрим дальше. Какая-то шишечка там. Все уже раздеребанили, как всегда. Ой, смотрите. Вот это, кстати, интересная штука. Что когда в машине спишь, тебе будет поддерживать с двух сторон голову. Что-то длинное такое. Кубики. Кубики. Дядя фонарик забрал. Видите, прям перед носом все уходит. Для собачки какая курточка милая. Вообще. Так. Платье для девочки принцессы. Прелесть просто. Где бы такую принцессу найти? Пианинка. Смотрим, что еще здесь есть. Такие новогодние игрушки красивые. Это что такое? Это что ли для котика еда? Так. Для мороженого в формочке. Непонятно. Игрушки детские. Так, это поппеты. Так, ищем, ищем, ищем. Ух ты, тоже снова какая-то игрушка. Что у нас, рюкзачок? Такой плотненький. А что? О, это какие-то типа для хлеба. Кто-то хранит в таких специальных мешочках хлеб. Смотрим дальше. Смотрим, что здесь еще. А это тоже для ребеночка. Для детей, кстати, тоже так можно много найти. Микрофон какой-то. Смотрите, сколько этих носков. Вся Америка скоро в таких ходить будет. Смотрим. Расческа для собачек, да? Что-то вязаное. Так, что у нас здесь? Такие звездочки. Здорово! Ой, вот эти поппеты огромные. Так, смотрим дальше, что у нас здесь. Что-то для винишка. Штопор, наверное. Так. Слушайте, ну правда, да, вот так посмотришь, и ничего такого прям... Ух ты, что-то такое серьезное. Какая-то цепь с поводком для взрослых. Ничего такого серьезного нету. А в коробках все-таки что-то хорошее попадается. Смотрим дальше.
кстати, вот это вот классное такое дерево. Два их здесь. Ой. Так, смотрим. Ой, типа пылесосы для ребенка. Класс. Это вот эти вот, обожаю, из такого материала. Пеленочки для детей. Косметичка какая-то дорожная. Так, что у нас здесь? Ой, какой красивый костюмчик. Вау. Интересно. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Какой-то такой рюкзачок прозрачный. Ой, это мечта любой девочки. Смотрите, наборчик детский, да? Типа косметики. Какая прелесть. А это вот детский набор для уборки. Игрушки какие классные, смотрите. Типа пиццу делать. Класс. Ой, кто помнит эти шарики? Ой, вот это вот классная вещь. Но у нас есть. А так бы за $5, это очень хорошая цена. Взять за $5, мерить давление. Ой, это что такое? Ой, все повыпадало. Кошмар какой. Кто-то разорвал. Это делать грим на Хэллоуин. Так. Опять эти телефоны. Ими еще кто-то пользуется. Какие-то памперсы. Что за памперсы? Какие-то, наверное, корейские. Это какой-то памперсы по фэншую. Смотрим дальше. Не знаю, что-то это такое. Все уже надорвали. Вот так это надрывается и заглядывается, как сделала эта женщина. Ой! Но мы так не делаем. Мы не рвем. А люди рвут. Им-то что? Какие-то мешки или что это? Для чего? А щеточку вот так вставлять или мочалку вешать на кран. Еще одна игрушка. Сахарничка. О, такой наборчик для чая. Это какой-то, наверное, костюм для Хэллоуина. Смотрите, какие-то контейнеры. Все пооткрывали. Заглядывают, говорят им, не заглядывайте в коробки, не разрывайте. А им все равно. Я, бывает, загляну, если она приоткрыта, но никогда не рву. Видите, тут даже сюда кто-то забрался и приоткрыл. Смотрим, что здесь. Кухонные весы. За $5 это отличная цена. Вон какие пушки. Да, какие-то гномики, наушники, косметички. Так, что у нас здесь еще? Ой, набор принцессы. Эльза. Эльза и резиночки.
все пораскидано. Видите, я уже крутая, с перчаткой. Какие-то сумочки. А это что? Подушечка такая миленькая. Это подставка, я так понимаю, под всякие ложки-поварёшки. Прикольная. Только боюсь, чтобы ее никто не разбил и не поранились люди. Кто хочет попкорн делать, есть большая упаковка кукурузы. Лего. Вот такие наборчики, кстати, дорогие. Что здесь еще? Детские бутылочки. Это заварник такой большой для чая. Смотрим дальше. А это вот для детской кроватки. Это я. Привет, друзья. Так. А это такие, помните, как мы ставили, blue tape называется точно, когда красишь стены, они не оставляют следов скотча. И сколько это стоило, помните, там что-то $3 одна. Так, что у меня здесь? Так. О, у меня, кстати, такой нету. Потому что мы тортики практически не едим. Я тортики не люблю. Детки кушают конфетки. Ага, это такие вот часы на стену делать. Смотрим еще. Какие-то все детские игрушки. Что это? За ведерко такое. А это что? Ага, это для детских праздников, подарочков, обверточная бумага. Что? Не знаю. Какая-то подставка для пиццы. Смотрим. Хорошенькое одеялко. Лейка. Какая-то страшилка. Смотрим еще. Не, ну самое ценное, конечно, на таких свалках это коробки. Это коробки, потому что в них для дома хорошие вещи попадаются. Такую мелочевку не жалко было брать, когда это было по $2. Сейчас это, конечно, завышенные цены по 5. Он какой-то, кто хочет кофе с Макдональдса. Это типа валанчики или что это? Косточка для собачки. Так, всякие гномики, масочки. Вот это классные. Я всегда использую овощи, чищу. Кстати, вот это очень классная вещь. А, это нос промывать. У нас такая чаша есть. Мне кажется, она баксов 20 стоила. Если у вас такой нет, за нее посмотрите. Очень хорошая вещь. А это типа мини-блендер, да? Угу. Такой мини-блендер. Опять попыты. Посмотрим, что еще здесь. Опять игрушки. Да, печеньки. Это какая-то елочка такая симпатичная. Вот шторы. Опять попыты. Так, всем привет от Лиса. Мы опять снимаем. Будем рыться для вас. И
тоже немножко моего рытья будет. Так, это какой-то чехол на кресло. Интересно. Это поливочный такой вот набор. Получается, две штуки входят. Оценяешь, она крутится и поливает озоны. Это похоже коврик какой-то. В вакуумной упаковке прикольно сделали. Запечатали. Здесь кружка. Кто-то вытащил. Да, сейчас много декора осталось после Рождества. Так. Трудно дорыться до конца. Вот шторы, да? Так интересно, но цвет не нравится. Слишком такой шарфик, кому надо. Похоже, какие-то штанишки, типа пижамные. Что-то такое. Попкорн. Ну, за 50 центов можно было и взять. Сегодня еще по 5 долларов сегодня. Думаю, мы такие сегодня набрали вам коробок. Будет распаковка после этого видео. Декорчик. О, это уже настоящий шпатель. Написано подушка, а подушки-то уже тут и нету. Куда она делась? Кто вытащил? Вот какой-то комплект. Нет, это не постельный. Похоже, тоже чехол на диван. А, может быть, вот эта подушка там лежала. Скорее всего. Кто-то взял, вытащил. Это какая-то сумочка. Не могу понять, для чего. Вытаскивать не буду, естественно. А, это, скорее всего, сумка для ноутбука. Да. Еще такая вот похожая. Я не знаю, что это, какие-то для чего-то сосуды, стаканы, понятно. Короче, видите, люди уже половину коробок раздербанили. Тут прям написано, что это потолочный свет какой-то. Люстра. Так, в общем... интересные шторы, да? Они, кстати, по-моему, блокаут, которые точно, которые не просвечиваются. Так. Вот одна в пакете есть, а вторую кто-то раздербанил.
Только надо у Лисы спросить, понравится ли такое для йоги. Подушка, похоже, это для какого-то кресла. Очередной чехол для дивана. Здесь что-то тяжелое. Какие-то железяки. Да, очень много чехлов почему-то. Как так получается, что в один завоз много очень определенных товаров. А вот это, кстати, удлинитель. Да, USB. Это по моей части, но у меня уже такое есть. Шторки, да? Это такой тюль больше. Лиса бы вам больше рассказала про эти шторки, да? Тоже нужно будет скоро подбирать под дом. Прикольная такая игрушка для ребенка. У нас уже подросли ребята, так и не будут играться. Немножко покажу, сколько здесь людей. Представляете? Что толпы, толпы, сотни. На солнечно, солнечно, солнечно. Ну все, друзья, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Это была маленькая шуршалка, мы ее так называем. И после этого видео, как всегда, выйдут потерянные посылки, да. Распаковка коробок. Вот, так что до скорых встреч. Всем всего хорошего, всем пока.